Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Банкиры поддерживают перевод зарплат бюджетников на карты МИР. До 1 января 2018 года все банки будут обязаны обеспечить такими картами бюджетников, чтобы на них перечислялись зарплаты, пенсии и пособия. В кировском филиале Россельхозбанка отмечают, что серверы платежной системы МИР находятся в России. Все каналы связи системы таким образом защищены, пишет портал Акиров.ру. В первом Дортрансбанке считают такую меру положительной. Система сделана по аналогии с теми, что уже существует. При этом банкам не придется платить за работу с системами MasterCard или Visa зарубежным компаниям. Программа «Экономика». В регионе продлят действие маткапитала. Соответствующие поправки в законодательство будут рассмотрены на этой неделе. По действующему закону региональный материнский капитал предоставляется при рождении или усыновлении третьего или последующих детей в период до 31 декабря этого года. Срок этот продлить предлагается по аналогии с федеральным законом на детей, родившихся до конца 2018 года. Правда, уменьшатся выплаты на четвертого и последующих детей. За каждого область будет выплачивать по 75 тысяч. Расти сумма в зависимости от количества детей не будет. Право на получение маткапитала на детей, появившихся на свет после 31 декабря 2016 года, возникнет не ранее, чем через год после их рождения. Экономика на 101 FM. Инфляция ускорила рост. За сентябрь Росстат зафиксировал рост цен на 0,2%, при том, что в августе инфляция была нулевой и даже отмечалась дефляция. С начала года инфляция составила 4,1%. Это на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года. По итогам года эксперты ждут показателя в 6,5-7,5%. Кировстат пока статистику по росту цен на товары и услуги за сентябрь не обнародовал. В августе же он составил 0,4%, а с начала года цены в Кировской области выросли на 3,7%. В завершение валютах доллар сегодня 62,43, евро уже ниже 70 рублей 69,76. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.